Всем привет, вы на канале BileBlock. Сегодня мы проведем разбор карт игроков. В игре представлено 4 вида карт игроков. Обычная карта, она белого цвета, вы их можете получить при регистрации и выиграть в дивизионе новичок. Тираж не ограничен, обменивать и продавать данные карты вы не сможете. Редкая карта, она красного цвета. Получить эти карты вы можете бесплатно, выиграв дивизион новичок или выиграть конкурсы в социальных сетях с ОРР, либо купить себе на трансферном рынке. Тираж данного вида 10 карт одного игрока за сезон. Супер редкая карта, она синего цвета. Вы можете выиграть эти карты в призах или купить их, или обменять эти карты у других менеджеров, или купить на трансферном рынке. Тираж данного вида 10 карт одного игрока за сезон. Уникальные карты. Они черного цвета. Вы можете их выиграть в призах или купить на трансферном рынке. Также можете обменять их у других менеджеров. Тираж данного вида 1 карта одного игрока за сезон. У карт есть множители, благодаря которым они имеют ценность. За каждый уровень игроку добавляется 1/100 к множителю. Максимальный уровень карты 20. Также есть бонус в виде сезонности. Если карта выпущена в текущем сезоне, то она имеет плюс 5% к множителю в текущем сезоне. Чтобы повысить опыт карты, ее нужно ставить в дивизионы. За сыгранные матчи игроки получают опыт и повышают уровень. При каждой продаже или обмене карт опыт карточки уменьшается в 2 раза, но не может быть менее 0. На каждой карте есть много необходимой для нас информации. Например, сезон создания карты, позиция игрока, возраст, серийный номер карты. В самой карточке игрока мы можем увидеть, какому менеджеру она принадлежит, уровень карты и количество заработанных очков, выбранным игроком за последние 5 матчей. Также можем сделать предложение по покупке игрока, если карта принадлежит другому менеджеру. Игроки играют в реальном времени. Если игрок начинает матч в стартовом составе, то он начинает набор своих очков с 35. Если в резерве, то с 25, при условии выхода на поле. Если игрок не сыграет в матче, то он получает 0 очков. За каждое полезное и отрицательное действие начисляются очки. Более подробная таблица в описании к видео. Также игрок может набрать уровни в матче за важные полезные действия. Если игрок заработал пенальти в свои ворота, красную карточку, то данному игроку начинают начисляться очки с 15 очков, и он теряет уровень. Если же он заработал пенальти, отдал голевой пас, забил или совершил вынос с ленточки ворот, то он начинает набирать очки с 60 очков, и за каждое полезное действие из перечня повышает уровень на 1. Игроков вы можете купить на аукционе, делая ставки на аукционе с минимальным шагом в 10% от суммы или купить у других менеджеров за фиксированную стоимость на вторичном рынке. СУРР интегрируется с сервисом OptoSport. Если данная лига, в которую перешел игрок, поддерживается данным сервисом, то игрок также будет набирать очки, но выпускаться карты в СУРР не будут, если нет лицензии на клуб, в который он перешел. Если же игрок уходит в лигу, которая не поддерживается OptoSport, то игрок очки набирать не будет. Надеюсь, эта информация была вам полезна, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и, конечно же, ждите новых видео и участвуйте в бонусной программе.